Всем привет, кто заходит, привет, привет всем. Привет, жалкий парень. Жалкий парень. На следующий приход я буду рада, или что, сегодня пришла заявка. Какая заявка, я не знаю, кому идешь. Не смущает большая разница в возрасте с Ермаковой. Мы друзья с Ермаковой. Артем, не придуривайся, ты нормально общаешься, приятно смотреть. Спасибо большое. Блин, просто забудьте все и будьте вместе, вы любите друг друга. Мне не интересно она. Зачем мне это надо? Полина, привет. Яночка, солнышко, любимая, приветик. Я была от тебя лучшего мнения. Ребят, я не $100, чтобы всем нравиться, так что пусть будет так. Так, Лисоволкова к Мартинчику. Кто такая Лисоволкова? Даже не знаю. Так, что еще? Артем, Маша, фальшивка, это чувствуется. Да, согласен. Яночка мне отправляет сердечко. Это лучшее просто. Ты из Баранович? Родом, да, я из Баранович. Привет, привет. Даже думала пойти к тебе, а сейчас передумала. Так бывает. Тимонова, не знаю, как тебя зовут. Никого не переубеждаю. Я иду к Мартинчику. Ору просто, ребят. Ору. Что скажет по этому поводу Яна? О, я тоже из Баранович. Прикольно. Любил когда-нибудь по-настоящему? Да, один раз. Лиза, сколько тебе лет? Пообщайся с Лизой в директе, если тебе так интересно. Я тут запускаю эфирчик. Может, чтобы мне какой-нибудь вопрос задали. Тут Лизе задают. Классно. Крис и Женя помирились? Да, все в порядке, ребят. Все хорошо. Что-то тебя с Надей. Что у тебя с Надей может быть? Ничего, мои друзья. Привет, Баранович. Баранович, привет. Ни у кого нету шансов, да. Согласен, солнышко. Маша выпила, да, она плачет в эфире. Пусть плачет. 19 лет, город Омск. Понятно. Привет, привет. В смысле, ты из Беларуси? Да, я из Беларуси. Хай. Аленка. Привет. Маша. Банджу. Мне пишут, что Машка, плачет в прямом эфире. Ну, пусть плачет. Интересно будет, если этого приходит Лиза. Да, мне уже тут засирают. Есть цель на следующий месяц. Мы думаем, что у Мартинчика есть цель, и он наконец-то определится с своей жизнью. И будет счастлив в отношениях. А пока у него цель просто закинуть ноги на стол и как бы поболтать с вами. Аленочка! Хай. Просто звезда телепроекта Дом 2. Мартинчика я люблю, он хороший. Да, как я Аленку люблю. Всем пофиг, кто плачет. Ну, это Яночка, просто лучшая девочка. Орел на связи. Аленка, как дела? Так, ну, собственно говоря, дела у нас отлично, все хорошо. Идет 4-й год моего нахождения на проекте. 4-й год чая. Я как бы месяц. Я не покрасилась, нет. Это у Мартинику, это модный фильтр. Ну, просто мне белые волосы нравятся, видишь, они так белые становятся. Ну, как я хочу, типа. Так вообще, вот так вот. Вау, вот так норм. Ну, и у меня желтые волосы. Так, помахать. Не успеваю всем нажать, помахать, у вас столько много. Всем машешь? Нет, конечно. Ребзя, сколько у тебя там в эфире? 8 человек. Ничего себе, у вас там банда прям. Покажите, пожалуйста, больного. Нет, пусть больной отдыхает. Зачем вам смотреть на больного? Отведи ее в ангар. Это тема прошлого года уже не актуальна, абсолютно здесь, привет. Неинтересно. Вы вместе с Ильей? Да. Красотка и красавчик. Спасибо. Так, что еще? Алена, как относитесь к Балтер?
Не застала ее, если честно, на телепроекте. А, нет, я приходила на ББ, помню, она была там. Я не отношусь к людям, которые либо осуждают, либо поддерживают. Поэтому, ну, каждый зарабатывает, как скажем, на своем хайпе. Говорят, убери полностью фильтр. Уже убрал, ребят. Это не мой прямой эфир. Да я знаю, я как бы Сэмом, за Сэмом тут лежу и наблюдаю. А? Пойдем туда. Задыхать. Сэм, так иди четвертого, мы что сказали. Что ты мне будто в присвете, бедолага? Тут про Алену девка Илья Ябарова, про твоего ребенка высказался у себя. Ты что делаешь? Вот так вот? Вот так вот. Ладно, ты гость. Балтер уважительный к тебе, Аленочка. Артем, ты амбассадор рекламы Colgate? Ален, у меня тут просто вопросик спросили. Типа, Артем, ты амбассадор рекламы Colgate? Я амбассадор рекламы Lacolut. А у меня Colgate, значит, да. Аленка, лучше ты в Минск отдыхать лети. Сергей Карговчук пишет. Привет, мадам. Ну, что еще за вопрос? Не, она просто пошла. Так, я извиняюсь, пропустил тут. Как относится там... Тёма, да, чё меня звали? Мне интересно, как дела у Яны? Как попали, куда попали? Почему не спите, только съемки закончились? Как попасть на Дом 2? Кому ты хочешь прийти, какая цель у тебя? Глеб с Настей, да. Из какого ты города? Родом из Баранович, на данный момент живу в Москве. Уже с сентября месяца. Понятно. Тебе когда уже придут? Не знаю, если честно. Мама не ушла, Настя? Нет. Почему не праздник день рождения не выставляете? Разве Маша, кто в шале, никто, тебе Маша вообще не нравится? Нет, мне не нравится, домой ездишь иногда. Если в Беларусь, то нет, не езжу. Все валятся из РБ, эх, все валят из РБ, эх, ну да. Чем занимаешься? Если честно, сейчас занимаюсь очень серьезным делом, веду прямой эфир. Может мне прийти, может и тебе прийти. У нас в понедельник очень большой заход. Так что вот так вот. Барановича где жил? На Кирова. Вы с Надей вместе? Нет. Тату на руке крутая. Спасибо. Каких девушек ты ждешь? Замути Садова. Девушек, блин, не знаю, это энергетика должна быть от девушки. Замути с Садовой. Мы с Садовой друзья очень хорошие. А что с Надей было? Ничего. Покажи тату. Какое тату? Какое тату? Он меня ждет. Конечно, жду. Девушек с именем Лиза на проекте еще не было. За 17 лет ни одной Лизы. Крис и Женя решили свои проблемы. Да. Короче, смотрите, здесь есть барабанная палочка. Смотрите, как можно ее крутить. Артемчик, привет. Привет, Яна. Приезжай в Беларусь. Зачем мне в Беларусь? Были на ТНТ Лизы. Видите, Лиза были. Любил к нам по-настоящему, да. Как у вас надежда? Мы друзья, все хорошо. Сегодня в эфире было волшебство Насти и Глеба. Как мама и тусовская этому ору. Прикольно, прикольно. Я не стрю просто эфиры дома два.
Ты писал пост, и что тебе нужна сложная девушка с характером. Вот сейчас уже важна энергетика. Энергетика — это и есть сложная девушка с характером. Вот в нее должна вот валить вот эта энергетика. То есть она должна быть и миленькой, и маленькой, и интересной, хорошенькой со мной. Но в то же время и пиздюлей не дать, извиняюсь за выражение. С Машей общаешься, не хочу общаться, но иногда приходится. Полыгалова Лиза. Угу. Есть ли любимые женские имена? Нет. Все начинается из взгляда. Может быть. Кутузова. Тогда Балтер тебе нужна? Не, Балтер не нужна мне, мне не нравится. Мне еще внешняя девочка должна нравиться. Балтер мне не нравится. Вот, что еще? Что еще вам рассказать? Заем, зачем перекрасился? Просто так, мне по кайфу. Любишь высоких девушек или все равно? Все равно. Нравится кто-то на проекте? Нет. Мальчик вставит, нефиг делать. Балтер супер. Конечно, Яна. Балтер лучшая. Конечно, Ян. Мы потом с тобой пообщаемся на эту тему. Мне кажется, вот Яна, которая комментирует Балтер супер. Вот именно она и есть супер. Яна вот эта вот. Так что, ребят. Вот моя любовь. Яна. Привет, как у вас с Надей? Хорошая пара была бы. Мы с Надей друзья. Правда, что Балтер придет на проект? Не знаю. В эфире Машка, ты говорил, что у нее пусто в груди. Важен ли тебе размер груди? Я прикалывался. На самом деле это не сильно важно. Но было бы неплохо. Как бы такой бонус хороший. Вот. Да-да, это я. Яночка моя. Был у вас новый приход, пацаны пришли или девушки? Был новый приход, как вы знаете, каждую неделю идет приход один пацанов, один приход девушек, поэтому ничего не могу рассказывать, смотрите в эфирах, ребят. Пара-па-па-па. Ну что, дальше идем или нет? Так, вот абсолют, ты как, Лукин Дмитрий? Здоровенько, дружище. Все классно, как у тебя дела? Рассказывай, что новенького? Вот сейчас смотрю Дом 2. Хорошо, а мне зачем в Беларусь приезжать, раз ты смотришь Дом 2? Ты ж мне вроде говорила приезжать в Беларусь. Яна моя, я по тебе скучаю, я тебя... Нет. Я от тебя тепло получаю. Ты далеко. И даже на. Как сейчас общается Глеб с Наташей? Ну, вроде нормально. Привет, Тёма. Привет, Татьяна. Как твои дела? Получаю. Конечно, получаю, Яночка. Просто солнышко. Маленькое солнышко. Кучеряш. Нет, я не кучерявый. Я думаю, многие согласились бы на сходку. Какую сходку? Мне кажется, тебе нужно песню написать. Я уже написал. И не одну. Подвинь чуть-чуть диван. Сюда. Так, Моргины устроили стирочку. Чтоб тебе ебало простернуть. Жули, хочешь в прямой эфир попасть? Иди сюда, скотина рыжая. Он уходит от меня. Вам пока ЗП не платят. Какая разница вам? Ну, платят, не платят. Так, белобрысы, да, белобрысы. Не для меня. Яна, только для тебя. Так, кто будет твоей музой? Вы знакомы с Яной? Конечно, мы знакомы с Яной. Жули, какой Матри? Яной? Ну что, Яной? А. Мадан Салют пишет. Салют, кто? Яна. А, да иди нормально скажи, пожалуйста. Ой, я сказал.
Яна, салют. И что-нибудь на своем? Буна сяра. Это буна сяра, добрый вечер? Да, цена? Буна сяра, это добрый вечер. Ну ладно. Так, кто будет? Когда будет эфир, где вы все пели свои песни? В воскресенье, скорее всего. В воскресенье. Что делать, если подруге очень нравится Антошкин? Ничего, добиваться, наверное, если прям очень нравится. Мы принесли жулик. Эстио Дульче что-то написано. Эстио Дульче. Это что? Я сладкая. А я сладкий? Собака. Смотрите, собака. Давай. Трахни его в лоб, жулик. Да не надо меня трогать. О! Привет из Орла, Орел, привет. Тебе нужно... Весь второй этаж пахнет моим линором. Да, я чувствую. Да, и первый тоже. А, да? Ладно, ладно, Жулик, побежал. Красавчик рыжий. А что делать, если очень нравишься ты? Можешь спросить у Яны. Либо добиваться. Ну тут Яна просто, понимаешь? Она что, молдаванка тоже? Да, Яночка молдаванка. Лучшая молдаванка. Так обожал молдаванок. А что, Антошкина на проблемы в отношениях? Вроде нет, вроде все хорошо. Доказывают всем, что они пара. Все нормально. Я тебя, ты тоже сладкий, Яночка. Пара-па-па, пара-па-па. Так, я фильтр включу, как. Я без фильтра знаю, ребят. Очень классно, спасибо. Зачем тебе шеплява, Надюшка? С Надей мы друзья. Все, закрыли тему. Я говорю, стой. Ваши делаешь дестрой. 99 проблем и все связаны с ней. Мадам, тут твои трусы висят. Тут твои трусы висят. Нет, зачем? Я грязное белье на публику не выношу. Какое белье? Ну, типа, знаешь, грязное белье на публику. Оно чистое. Я знаю, поэтому... Тут весь дом пропах. А, то есть чистое можно показать, да? Весь дом пропах. Нет, так, слушай, классно зато пахнет. Реально? Не надо показывать. Так я не буду показывать. Смотри, как снималась на данном уже. А Саймон нашел свой единственный. Нет, Артем Милашка, без сомнений. Яночка, спасибо большое. Лучшая просто девочка. Надюшка просто боится, что она старше тебя, и ты не со временем мог кинуть. Может быть. Говорю, стой, ты каждый раз взрываешься и делаешь дес. Зачем тебе зеленые волосы? У меня не зеленые волосы. Каха, у вас там мне эфиры интереснее, чем в эфире. Привет, Надюшка, я не знаю, да, Яна на проекте уже. Нет еще. У Яны экзамены. Кроссовочки все взял вчера, ребят. Ну, правда, тут нум два. А так, маечки хорошенькие такие. Нам просто рекламу нельзя показывать. И, кстати, ребят, вы же все знаете Бухенвальд, да? Смотрите, носочки такие классные она делает, разные, там, с надписями, там, всякими прикольными, вот. Очень крутые по качеству. Маленькую рекламу делаю, Кристине. Если хотите, можете позвать девушку на проект, ее приведут или они сами выбирают. Мы тоже можем позвать. Это смех, когда люди спустя 12 лет приходят обратно. Вот так вот. Так. Артём, пока, пока. Как там дела с Надей, мы друзья? Дайте айкос, пожалуйста. Жулик, нет. У меня стеки есть. Он поэтому и забежал, чтобы достать нам опять ковёр. Он заряжен? Да, я не знаю. Да, супер. Ну, пара нет.
На смысле игнор? Задавай еще раз вопрос, может, не заметил. Жалко на них смотреть, ничего не добиваешься в жизни и строишь из себя. Жалко на них смотреть, ничего не добившись в жизни и строить из себя, что они незаменимые. Боишься с Надей строить отношения? Нет, мы просто с Надей друзья. Спасибо, Надя. Ты очень добрая. Без шуток. Не-не, я без шуток. Мы не общаемся с тобой. Это ты со мной не общаешься. Нет. Поздравь, Маша, ДР. Не хочу. Не, она сидит, может, бухает, плачет в эфире, там с подписотой общается. Не дали. Да? Ты говоришь? А что, ты там стоит? Вот мина. А? Вот мина. Твоя? А что? Не дали? Что? Беда, ты же не разрешу. Так. Да, я верю, что... Давай потом, Миша. Поздравь Машу с ДР. Сам ты веришь, что вы друзья? Да. Почему скучно дом 2? Не знаю. Привет, Зай, привет. Уже пошел поздравлять меня. Я пойду лайкаться покурю. Сейчас, секунду. Вообще не сотру, понимаю, мне очень интересно. Нет, наоборот, красавчик всем отвечает, спасибо. Почему Маша нас не стала отмечать день рождения? Не знаю, Артем, где Машины наушники? Она из-за них страдает. У нее спросите, я не знаю. Я сейчас стрим веду на World of Tanks, и ты в прямом всплыл. Бывает. Блин, Артем, какой ты хороший, а? Спасибо. Сигареты мы тоже курим, но я захотел. Извиняюсь, что-то... Зайди в аппарат на... Окей. Чисто Мартинчик тихо так входит. Сейчас, секунду, тишнее. Тут начинают стучать тумбочками. У меня не день рождения. Шутка, а кто это вообще, я не понимаю, шутка. Вопар. А кто это, можно узнать вообще, шутит так, прикольно. Я что-то очканул даже немного. Маша тоже курит, да, она засветила сигареты. Да, да, было. У тебя ДР, нет, у меня было ДР 10 апреля. Артем, какого ты года? Вроде на пузе у меня было нормально написано, что 98-го. Нет, у меня ДР 10 апреля. Так, эфир не принимаю, потому что не могу общаться не с участниками проекта в эфире. Я тебя поздравляю от души и игноришь. Или ты... У меня не день рождения, ребят, успокойтесь. А кто это? З-
Зайди в аппаратную, думаю, ничего себе, кто это же. Я к админу веду. Ну простите. Вон и клову свою даю. Просто так, просто так. Напиши в директ, обсудишь. Ты похож на Крида. Да, уже говорили, ребят, спасибо. Ладно, увидел смс, пошла дальше стрим вести. Всем привет, удачи. Да-да, и тебе удачи. Он лежал, я тоже за тебя захотел курить. Бывает, ребят, извиняюсь. Привет из Брянска, привет. Админов нет. Наверное, люблю уже спать. А что мне не нравится Айкос, то, что надо курить его по два раза по-любому. Да, конечно, нормально, нормально. Режиссеры смотрят нас. Привет из Мурманска. Мурманск, привет. Тогда не игнор в директе, потому что я должен знать, что иду не зря. Ну, напиши, сейчас я отвечу тебе. Блин, честно, ребят, думал, Артем высокомерный придурок какой-то, а вот сейчас прям от души. Спасибо, прикольно, мило вообще. Как дела у тебя? Все хорошо, спасибо. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пара-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Максим Моргенштерн пишет: Мартини, занеси потом Айкос и 20 КПЖ. Не, не холодно. Нет, не выпиваю. Сегодня я трезвая голова. Командир, цепляйся на Надюшку. Мы с Надей друзья. Тебя Надя правда нравится? Мы с Надей друзья. Мама Настя уже достала выгонять ее. Посмотрим. Маша ведет себя как актрисулька глупая. Согласен. Почему вы банят за вопросы, некоторые участники так и делают? Ты тоже блокируешь? Нет, я не блокирую за вопросы. Блокирую. Я заблокировал одного человека, который Толик. Если кто-то часто смотрит мои эфиры, все уже помнят Толика, который там мне за Машу впрягал, что он мне яйца оторвет, короче. Но потом сказал, что он приехать не сможет. Короче, такой непонятный тип. Вот только так вот. Да не нравится ему Надя, я ему нравлюсь. Прикольно, прикольно. Нормально Маша себя ведет, а ты не очень. Простите, ребят. Я же говорю, не всем буду нравиться. Но такой, какой есть. Кому-то нравлюсь, кому-то не нравлюсь. Так уж сложился мир, что я не самый классный для тебя. Но я считаю, что я самый классный. Оп. Все, Айкос покурили. Пошагали в дом к Максиму Моргенштерну. Так, еще вопросики будут, ребят. Сколько еще эфир вести, как считаете? Минут 5, 10, 15. 20, может. Как узнала с Надей, мы друзья. Он простой, обыкновенный, нормальный парень. А есть совсем другие, нужны. Оставайся блондином. Спасибо, так и собираюсь сделать. Просто не надо на него гнать. Я не говорю, что ты не очень, просто не обижаю. Да не трогай, ребят. Вы бы жили здесь, вы бы все поняли. Вам показывают моменты. Вам показывают, в общем, моменты. Только, и вы не видите. Короче, показывают моменты, и вы не видите общей картины.
А вон Надя Ермакова, ребят. Чё-чё? Можете общаться с Надей? Вы заколебали вашу тему обсуждать. Да. Хватит, ребят. Бля, я какие-то ресницы сделал тут на фильтре. Подождите. Вот, все, давайте без фильтра. Там какие-то ресницы выпали. Так, а ты в паре с кем-то или один? Сейчас я один. Ну да, два впертых барана, телец и овен, никогда не ужиться вместе. Не знаю, твоя харизма – это пиздец. А что с ним не так? Ребят, вы что, этот приход самый хороший, все хорошие пришли. Ты супер, спасибо. Так, сейчас, секунду. Можно? Окей. Ну вот, смотри. Сейчас, ребят. Да, общаешься с... Сколько вам? Два. Или чуть больше? Нет, два. Все, держись. Спокойной ночи. Ребят, сейчас 5 минут. Так, ребят, сейчас по всему отвечаю на вопросы. Так. Ну да, два перед барана, не знаю, твоя харизма, ребята, пришли, ты супер. Ну а ты почему ты считаешь, что Балтер из-за тебя не возьмут, Балтер? Или что из-за того, что она на тебя... Может быть, может возьмут, мне вообще все равно, ребят, на эту тему. Почему все парни перекрасились? Не знаю. Сердечки, спасибо, очень приятно. А вас как снимают? Типа всегда, но выбирают только, что им нужно, или включают камеру иногда. Всегда снимают 24/7. Ты вроде неплохой человек, но с Машей в некоторой ситуации ведешь себя по-свински. Может быть. А вы спать не хотите раньше ложиться? Хочу. Какая Маша, ты с ней помрешь? Согласен. Что предпочитаешь? Спиртной напитка больше. Виски. Начал читать и все. Да. Тебе 23, думал, старшим. Малый. Да, мне 23, ребят. Как старушка Ермакова. В порядке. В общем, в директе жду. Хорошо. Это к мадам заходил. Да, мне надоело быть проектным. Нет, ребят, я проектный. И мне не надоело. Красивая улыбка. Спасибо. Все, ребят, со всеми прощаюсь. Всем пока. Хорошего настроения вам.